Здоровки, Амиго! Рад приветствовать тебя на канале Амиго. На сегодня у нас реакция на капусту от Валеры Гостера. 6-я часть. Погнали посмотрим. Это последняя часть, я уж постараюсь. Это ну хорошо. Где-то осьминожка, у меня к тебе вопросы. С возвращением, ученик. Слышишь ты? Что? В смысле ученик, а как же жопошник? Моя очередь говорить под эпическую музыку. Чего? А откуда у моей сестры амулет? Это ты ей дал. Чего? Ничего не знаю. Как ты можешь не знать? Ну, вот так, типа, не знаю. Даже директор считает, что ты меня используешь, и теперь, когда появляется еще один амулет, ты косишь под дурачка? Божечки, откуда столько смелости? Я тебе сейчас... Сука, негатива? Все. Ну я правда... Слушай, давай пока отложим этот разговор, потому что сейчас я должен освободить Само, духа... Да-да, последнего духа, я знаю. Разберусь как-нибудь без унитазного наставника. Ну-ну. Интересно, как же ты уйдешь в драм-кружок без моей помощи? Как и всегда. Ну, войду, и через... войду через дверь? Говорит, типа не справлюсь без него. Ну лень, ну кальмар. Ну он осьминог вообще. Ну да. Ну деньги давай. Да заебал. Я у тебя себе карту скупил, у тебя есть что-нибудь еще, кстати, может интересное? У меня все раскупили, хотя специально для тебя. Смотри. Это, пожалуй, лучшее предложение для геймеров, и не только. А я тоже смотри, когда осталось спасти последнего духа, но... Что-то я, похоже, не успеваю уже никуда. Мне остается только одно. Нет, конечно, не амулет. Здесь же его комната, да? Ну, привет. Я пришел. Угадай, кто нашел марки с лошадьми? Ты их у Венди стащил, да? Нашел. По-любому у Венди стащил, да-да. Ладно, неважно. Они идеально подойдут для писем фанатам. А раз ты мой менеджер, помоги мне с письмами, жопошник. Да. Мои бедные поклонники месяцами ждут ответа. Я ждал, они подождут, ничего. Начнем с этого. Дрожащий Владимир, ты мой идеал. Прекрасно. Это еще не все. Пожалуйста, поставь здесь свою подпись, я буду счастлива. Минуточку, это же брачный сертификат. Что же мне ответить? Какого черта? Соврать, он уже в браке. Во-первых, это не соврать, он почти в браке. Извини, но я уже стою в браке с жопожником. Какого лучшего спутника жизни, чем он, мне не найти. Продолжай. Владимир, меньше чем 3. Так, теперь это. Милый мой Владимир, прими этот подарок. Я вылепила твое лицо из картофельного пюре. Похоже, подарок изрядно пострадал, пока ехал. И превратился в картофельные сопли. Украсить им стену? Нет, там уже есть картофельные сопли одни. Спасибо тебе за этот незабываемый гастрономический опыт. Владимир, меньше чем 3. Нормально, ладно. Как ты мог прочитать писек? Там 20 писем написано. Ну это типичный Валера Гостер. Серьезно. Кого? Мне уже заплетается, сука. У меня уже рука устала. У кого что на уме? Алла, конечно, столько писем перебрал. Писем! Ты молодец, жопошник. А что ты делаешь в среду? Ну вообще в среду... В среду вечером школа будет уничтожена. Абсолютно ничего. В среду я планирую тебя. Хочешь сходить со мной на прогулку? О май. А зачем вариант нет здесь, типа? Они что, спрашивают? Конечно! Встречаемся в среду на автобусной остановке. И постарайся выглядеть на все 100. На все 110. Привет, крокодилы. Очень чудесно, что вы хотите уничтожить мир, но у меня свидание. Свидание. А где? Где остановка автобуса? Это, наверное, самый лучший костюм жопошника. Для свиданий, для повседневной и для сна, для всего, в общем. Вкусная. Он там без меня не уехал? Вон он стоит. Владимир внимательно вас рассматривает. Ну чё? Сойдет, пожалуй. Вау, это шо? Мазерати? Ламборгини. Здесь очень красиво, но чего-то не хватает. Давай возьмем какой-нибудь... Там какой-то фургончик весь в плесени был, это вообще странно. Быть еды. Огромная сарделька. Тебе же такое нравится. Что-нибудь такое, что хорошо смотрится на фотках. Моя огромная сарделька. Тут есть сладкая вата. Класс! Она добавит фоткам цвета. Не, ну неплохо. Апокалипсис через час, мы тут вату хомячим. Это он, Владимир. Ой-ой-ой-ой-ой. Владимир, поставь мне автограф на туфле. А в жизни он еще более соска. А я... Я тут тоже есть. Боже, к нему пристают даже на отдыхе. Как его менеджер, я просто обязан что-нибудь сделать. Какой же ты ревнивый. Вау. Не смотри, не смотри. Он на тебя не клюнет.
Он девочек не любит. Блин, ля хорош, а? Ля хорош, серьезно, Валера, ну камон, как у тебя, как ты в своей голове все это можешь генерировать? Я не понимаю просто. У тебя какой-то божественный реально дар просто, просто дар. Он, да, я не знаю, как это можно еще объяснить. Даже чуть-чуть есть основа всех основ. Запомни это, не колай. Мне нужно это срочно на будильник и на рингтон. Слейф любит только крепких пацанов. Что? Да. Стоп, стоп, стоп! Пойдемте отсюда. Спасибо, что разогнал их, жопошник. Я бы, конечно, лучше разогнал твои булки. Жопошник! Фоткай меня для вкракения! Вот почему у меня в инсте фоток нет. У меня нет личного жопошника. Чем я вообще занимаюсь? Жопошник! Хочу того мишку! Че ты как баба? Это был лучший выстрел. Как девушка. Как девушка, прошу заметить. За всю мою карьеру. А знаешь, забирай все. Как это мило, спасибо. Что происходит? Это какой-то кринжапокалипсис. Мне что? Нам пора возвращаться. Я рад, что мы с тобой погуляли. Ты как моя страшненькая подруга. Я красивый. Это был увлекательный аттракцион. Но надо, к сожалению, возвращаться спасать мир дальше. А то крокодилы сами... Это я вспомнил момент, в ТикТоке увидел... Где из пацанок девчонка там тоже. Это был увлекательный аттракцион. Все, сворачиваемся, братишечка. Понимаете, тут драм кружок. Свидание кончено. А, я у них. Я думаю, просто возможно предпосыл был на это. Вместо урн вазы античной Греции. Вы что, охуели? А, это та самая с удавом. Я знала, что Владимир мне ответит. Ладно, пожалуй, не буду ей говорить. Бернадет любит папину яхту, не любит нищебродов. Я принцесса, а ты нет. Вот так-то. Мне нравится здесь. Я тоже принцесса. Это что? О, сам корпус. Как там вы знакомитесь? Типа, всем привет, не нищеброды. Во что ты вырядился? Я Джокер. В следующий раз приходи сразу в смирительной рубашке. Я пришел сюда за ответами. Тихо, мистер Саванович. Ого, серьезно? Как он с подвала сбежал? Да начнется наш урок. Для начала почитаем по ролям. Мы будем ставить пьесу по мотивам фэнтези-фильма «Орк-Горк». Новенький, ты будешь главным героем. Приступим. Давным-давно, в далеких-предалеких краях, жил-был в некоем болоте орк. Так, где там моя реплика? Вы лихорадочно листаете сценарий. Ага. Это что, Шрек? Болото, мое любимое болото. А потом идет пересказ первой части Шрека, поэтому, чтобы спасти вас от спойлеров, лучше посмотрите Шрека. Значит, братья, тебе нужны ответы. Я сомневаюсь, что кто-то не смотрел Шрека. Серьезно, Шрек это один из культовых мультфильмов, и о нем знает практически каждый. Это, ну хотелось бы. Тогда приходи в актовый зал. А, то есть вот эта вся выстрелить со Шреком вообще никак не связана? Mm-hmm. Это мне типа, чтобы просто в мозг насрать? Нахера это было надо? Я готов, пора расставить все точки над «и». Зачем над «и» точки ставить? А чё у вас тут темно? Ой, ну нет, только не говори, что она начнет петь сейчас. Хорошо, я расскажу. Это было очень давно. Раньше я... Не, давай без вот этой херни. Просто подеремся или чё там, я не знаю. А, давай. Ух, ё-моё, трансформер. Ну это прикольно все, конечно. Это чё, птица из прошлого выпуска сбежавшая? А где паучок? Да хватит, 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 хватит. Тебе до меня не добраться, братец, что же ты будешь делать? Честно, пока не приду. Надюша, мау. Надюша, успокойся. А бесполезный кальмар хоть раз в жизни бы помог мне, было бы чудесно. О, привет. О. Нет! Моя сила! Мой бизнес! Я потеряла все. Как я теперь буду оплачивать обучение в драм-кружке? Я не хочу переводиться в кружок к лохам. Успокойся. Мы поможем тебе с деньгами, потому что мы твои друзья. Чмок, чмок, лавки, сердечки, лав. Мой амулет светится, в отличие от твоего. Сори. Вот теперь она, кстати, незаслуженно получила духовное умиротворение. Незаслуженно. Просто я добрый и люблю птиц. Ты освободил всех нас.
Я про птиц прекрасно помню, как ты паутинками их заплевывал. Я даже не устал. Точнее, тогда одну птицу. Сразись с предателем. Нет, я передумал, я устал. Используй амулет и возвращайся в прошлое. А может быть, скажете, кто предатель? Используй амулет. Да, я понял, Сойя. Ничего нового. До свидания. И почему я все еще здесь? Амулет не работает. Кто там названивает? Алло. Пожалуйста, срочно зайди к директору. Немедленно. Воу. А что ты звонишь? Я уже ответил. Неужели директор это предатель? Че, отчисление? Ты разочаровал меня, новый ученик. А может быть вы, ну, что-нибудь сделаете с крокодилом, который кого-то ест? Я доверил Наде амулет и буршмепси и приказал избавиться от этих убогих построек. То есть предатель это вы? Предатель? Как так-то, а? Предатель. Я не предатель. Ну, предатель. Это меня предали. А теперь давай драться. Предателя предали? А. Класс. Ну, а попадать, может быть, надо, чтобы, типа, что-то делать. А ты силен. Да нет, это просто ты косой. Буду тут стоять. Знаешь, почему у тебя не будет детей? Потому что ты косой. Ты там пока посражайся, на часы посмотрю. Ты еще не видел мою истинную мощь. Форму котика, прими форму котика. Ого. Не, давай обратно. А чё ты ржёшь-то? Ничего не понятно. Ты много не знаешь об этой школе. Раньше кружков было 5. Пятый кружок научный. Его духом-покровителем был я. Но 10 лет назад ученик моего кружка смешал картошку с ментосом. И общим собранием они закрыли мой кружок. Я уничтожу их школу, и будет только один кружок. Научный. Так, ну если по сути, ты не прав. Больше всех. Вау. Так, ладно. Так-то, бля! Ладно, мы тут всеми зверьми подумали, нужно вернуть науч-кружок. Отлично. И тогда все снова станет хорошо. Но вы еще не скоро вернете мое доверие. Да я... Может, я его просто забью до конца? Слышите, что за дела? У меня бита. Мы все перед тобой в долгу, жопошник. Я ведь получу что-нибудь в награду за спасение школы, так? Конечно. Про тебя напишут статью в школьной газете. Как тебе такое? Пойду, пожалуй. А кто школьную газету вообще читает? Ей максимум, наверное, подтираются только. Пусть. 1000 лет ее не видел, хоть навещу, пожалуюсь, что за спасение мира мне вот. Это же ее комната. Что? Ой. Тебе нельзя видеть меня такой. Фу, ты чё, не капуста? Это мой истинный облик. Ладно, я, пожалуй, пойду. Брокколитян легонько целует вас в губы. Ого. Ты вау. Чего это? Жесть, ой, хуя. Ой, если Владимир узнает. Я могу землю это заесть? Лайт Слейв, я сделал свой выбор. Теперь я даже не раздумываю. Тут типа все понятно, что к чему. Не забудь Владимиру рассказать, как ты целовался в губы с капусткой. Вот, что хочу сказать. Достаточно самодостаточно, самовесело. И в принципе, как обычно, можно поржать, погагакать, посмотреть. И почему бы и нет? Что ж, ребята, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, кто не подписан. И увидимся в следующем видеоролике. Всем пока-пока.